В 2022-2023 учебном году у нас в Московском педагогическом государственном университете реализовывался проект «Каникулы с новым педагогическим классом». В нем приняло участие более 300 участников из московских школ, учеников новых педагогических классов. Это ребята были 10-х и 11-х классов, которые как раз выбирают свой путь дальнейшей в профессиональной деятельности. Нам подсказал классный руководитель, что проходят педагогические каникулы. Больше узнала о таком месте, университете. Для программы «Каникулы с профессией. Отдыхай, познавай, применяй» была разработана специально дополнительная общеразвивающая программа в объеме 24 академических часов, которая включала в себя три основных модуля. Это модуль «Школа коммуникативного лидера», «Познай себя», «Город будущих», «Город смелых». Тот формат, который предлагает наш вуз, «Школа коммуникативного лидера», безусловно, полезен для всех, для учителей, наверное, в особенности. И я, глядя на незнакомых мне совершенно школьников, отмечаю в них удивительные черты. Они с радостью реагируют на предлагаемые задания, совершенно не тушуются, действительно умеют работать в команде, причем выполняют задания самого разного характера. Какие-то апеллируют к их знаниям, к фоновым, какие-то к их творческим способностям. Но удивляет, как дети умеют взаимодействовать. То есть они по-настоящему пытаются проявить себя как людей общающихся, общающихся с удовольствием, грамотно. Поэтому, мне кажется, такой формат надо поддерживать и продолжать. Были и дети, которые хотят стать учителями математики, и учителями физкультуры, и даже учителями труда, которого сейчас нет в школе. Но они уверены, что такой предмет должен быть. И им было очень интересно то, что было предложено на мастер-классе. Они вдруг почувствовали себя командой и сказали: это здорово, наверное же учителя тоже работают все вместе, занимаются разным делом, но при этом каждый работает на какую-то одну большую задачу. Это важно, чтобы ученик совсем еще в юном возрасте почувствовал прелесть педагогической профессии, когда действительно у тебя всегда рядом есть коллега, который может рассказать тебе о чем-то, чего ты совсем не знаешь. Рассказать об этом интересно и увлекательно. На итоговом мероприятии программы «Каникулы с профессией» ребята разрабатывали свои проекты, защищали их, а затем обсуждали в формате World Cafe то, что у них получилось. Дети выбирают свою программу сами, у них есть разные факультеты. Они понимают уже, что им нужно и что им интересно, чем им хочется заниматься. Нам сказали коллаж, поэтому это идея карты, замаскированная под коллаж. Здесь у нас нарисована школа. Шествуют там с классом, школой по разным городам. Ездят в Москву, в Калининград, в Казань. И, наверное, если эти проекты будут реализованы в школах, на уроках, наше обучение станет намного интереснее.